Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня тест нового таланта на двух имбо-героях. Я протестирую, это будет у нас вот такой вот огник. 9-9, что делает талант? Увеличивает уклонение. Когда герой уклоняется, отхиливает 50%. Это на максималке на 9 уровне 8%. Уклонение, 50 отхила и 150 атаки. В общем, как по мне, судя по тестам, это на сегодня самый имбовый талант. Даже пакт не равняется, потому что этот талант более универсальный. Соответственно, нам придется перекачивать со временем всех героев. Сейчас вы увидите это на примере огника. Вон видно, как срабатывает талант. Я надеюсь, у нас тут не противники, вряд ли выживут. Вот смотрите на моего этого овника. Смотрите отхилы. То есть он себя хилит все время, когда по нему проходит уклонение. Вот так вот. То есть это имба-талант, он дает урон. А что еще надо, в принципе, ну, уклонение и отхил. То есть он, сейчас мы сделаем такую же Фрею, потестируем. Ну, нереально, просто круто. В PvP-локациях теперь будет полный жесткач. Я не знаю, зачем смысл. Да, талант классный, спору нет. Но какой смысл добавлять такие таланты, которые просто убивают игру? Это Unreal какой-то. Ну, блин, он крутой. Подходит он там многим героям, кому и пак ставили. Опять же, здесь есть отхил, здесь нету понижения дефа. Вот что самое важное. Да, герои могут точно так же убивать, как и раньше, но посмотрите, миссы, миссы, миссы. Против 30-х прорывов, ребят. 30-е прорывы. Это не первые, не вторые, не такие же кионы. Это 30-е. Это полная жесть. Вот его только слили. Короче, аут. Давайте сделаем сейчас фрейм. Вот Фрейя есть с пактом. 9-9 и оживо. То есть у нас с исцеления, ребят, ничего на героя нет. То есть он не хилится. Поехали проверим. Посмотрим, как он будет сейчас в рейде себя показывать. О, опять же, тот же самый противник. Отлично. Вот когда не бьет, миссов нету, все, герой слился. Зефирка там достала. Так, окей, давайте тут посмотрим. Эти уклонения не проходят. А вот теперь уклонение. 190к отхил. Обалдеть. Ну, надо героя собирать на уклонение, чтобы срабатывал сам талант. То есть сюда надо максимум уклонение ставить. Так, изворот 8. Ну, давайте 8. И давайте все-таки с 9 затестим. Охота уже на максималке смотреть. То есть, что для данного таланта надо, это максимум уклонения. У Огника, видите, у него и встроенное уклонение есть, и со звездями у меня уклонение есть. У Фрейя же этого нету, поэтому надо чем больше, тем лучше, скажем так. И такой герой, ну, его очень сложно будет слить. Вот ставим слона сюда еще дополнительно. Вот видите, у меня она собрана на крит. Посмотрим. И прорыв не прокачан. На английском сервере мы посмотрим.
Будет ли спасать? Вот, 200к, ребят, 200к отхил. Офигеть. Ну, смотрите, я думаю, вам видно там, как она себя хилит, когда по ней миссы проходят. То есть надо героям ставить, опять же, они нас что делают? Они опять же нас заставляют донатить на уклонение, потому что без доната мы это знаете. Ну, без уклонения этот талант, ну, такое себе. То есть он откиливает не будет, да, будет урон. Но толку. Тут самый сок в уклонениях. Шестьдесят, но это не фуловый отхил. В общем, всегда надо уклоны для Ронина. Интересно будет посмотреть, как оно. Ну, хотя Ронин по нем попадать не будут. Я думаю, для Ронина лучше чарку. Мы затестим это на Ронине, чарку посмотрим. Да и Фрей там любому герою можно поставить чарку, это будет реально круто. А вот это просто жесть. То есть у вас донатный герой, ну, грубо говоря, с уклонениями, такой талант, и вы его фиг убьете, потому что он, когда будет миссать, он будет себя хилить там плюс 200к. Плюс 200к для Фрея это просто жесть. То есть она становится, опять же, неубиваемой. Зачем ей пакт? Вот это вот ставите, плюс это и все, и вы никак ее не пройдете уже. То есть на PvP-локациях будет полный жесткач. Нереально будет слить таких героев. Она себя зашла, зачистила. То есть, чем больше уклонения у Охника, там, Душика, например, того же самого, то есть, герои, у которых есть уклонение, вы добавляете еще больше уклонения, ставите этот талант, и они себя хилят, то есть, отхил им, по сути, не надо. И они себя будут нормально чувствовать. Он плюс 200 восстанавливает. 20-е прорывы против, ребят. Он сам не прокачанный. У него увеличенный урон. Ну, вот только его слили. Ну, вот мне нравится. Не знаю, талант, конечно, классный, но есть, но, видите, надо очень много уклонения. То есть, по сути, это, скажем так, донатный талант, потому что бездон не соберет нормального уклонения. Но если, конечно, соберет, это будет супергерой с этим талантом, который будет себя хилить. Дополнительно можно чарки поставить на отхил. Чарка, которая увеличивает на 20%. У меня ее тут нет, это на английском сервере мы затестим. Короче, куча сборок разных для героя есть. Можно поставить этот талант, священный суд. Будет круто смотреться. Можно поставить новую чарку, которая увеличивает максимум жизни и дает тоже отхил от удара. То есть вы представляете, да, что такое герой бьет, герой получает урон, ну, скажем так, уклонение у него, и он себя нормально чувствует. Ну, вот посмотрите, как она себя хилит. Ну, как по мне, реально круто. У нас отхила ничего больше нет. Вот это чисто отхил от таланта. Плюс 200к. Или даже больше там, посмотрите, она сразу же на фул себя хилит. 50%, ребят, 50% от хила. Это просто жесть полная. Можете сюда еще ворожея приписать. Ну, круто. Что я могу сказать? Браво, GG. Вы продолжаете убивать дальше игру. То есть Фрейя на Фрейю, и она себе свободно себя хилит на фулу. Ну, опять же, видите, надо уклонение. Без уклонения вы ничего не сделаете. С уклонением просто огонь, а не талант.
25-й прорыв огник. Ну, запарализовал, а Фрей еще хилится. Все, за молчание накинули. Короче, вот так вот, ребят. Что я могу сказать? Талант действительно крутой, но заключается в том, что... Кстати, надо рынок посмотреть, есть что-то интересное, нету. Но заключается в том, что надо на него максимум уклонения. То есть без уклонения вы ничего не сделаете. То есть он будет не особо такой актуально. Вот смотрите, тут давайте ради теста еще ставлю. Ну, просто уберу из ворот, поставлю там. Тот же самый дар жизни пусть будет. Здесь вместо питомца этого поставим. Без разницы кого, давайте вот так. То есть вроде как бы талант есть. Но вот посмотрите, сейчас увидите. Уклонения не проходят. То есть по герою попадают, соответственно, он себя не хилит. Может сейчас пройдет хотя бы один мисс. Вот, один мисс прошел, видите, он себя отхилил. Ну, уже заметно, что намного меньше он себя хиляет. А когда у вас максимум уклонения, этот талант будет нереально крутой. Это, опять же, талант для донатов. Без донат не будет собирать хотя бы 5 пятых уклонений, потому что это Unreal. Ну, вот сейчас, видите, срабатывает. Ну, круто себя хилит тут. Тут даже спору нет, талант действительно имбовый. Но для него, как видите... Ну, недомогание еще, кстати, его режет. Но для этого таланта надо много уклонения. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосика с чаркой. Будет интересный видос. Всем удачи, всем пока.